Вот, приехали сегодня 30 июля на станцию Корчина. Вот. Виктор Николаевич привез нам на газели своим братом Владимиру. Да. И Егором тоже, братом. Вот они сидят. Сколько у нас время-то появится поезд? Так, сейчас я точно посмотрю. Там 20-21. Кто-то еще он поди. Да, вот мы-то тогда, в прошлом-то году тут много машин стояло. Подтягиваюсь уже. Пол второго, говоришь, да? Угу. А ну полтора часа еще. Ну что, еще телефона нет? Ну вот этот номер у меня был, но он не записан. Был у тебя здесь? Да, мне звонил кто-то. Ну вот. А ты кто, не знаешь, кто это? Наверное, кто-то, который нас увозил. Так, значит, получается у нас что, 5-7 место. 21.31 это отправление. Час 31. Да, это отправление, 3 минуты он стоит, соответственно, 21.30. Это московское время. То есть получается это. Я сейчас гляну. Второго. Там двери закрыты, нет? Вот уже 31 июля, ехали 30-го, сейчас уже 31 июля. Да. Подъезжает поезд, это мы на станции Корчина. Вот, сейчас он. Уральский отъезжает. А Уральский отъезжает, Уральский, да. Не пельмени только. Да, да, да. Уральский не пельмени. А христиане. Вот, да. Православные. Уральские пельмени, что ли. Провожающие. Бананы еще назвать. Виктор Николаевич. Владимир Александрович. Да, да, да. Не спят полуночники. Не спят. Воспитатель, ну. Виктор Сащенко, не спит. Не спит. Утром вечером он Библию читает. Уральских провожает. Господи, благослови. Притормаживает вторую волну. Ну, второй, да? Да, да, да. Второй, да. Сейчас на дядь Володя на огонек посмотрим, как это становится. Володя, мешок с сумкой тяжелее, чем моя. Протянул как далеко. Ну все. Ну, братья, давай, давай, с Богом. Все, с Богом. Да, проводили уральский. Там осталось совсем немного, да? Двое человек, все. А, по-моему, во второе они зашли. Вот. Ну, вон они. Вон, вон он, Владимир Юрьевич. Рюкзак его мелькает. Знаешь, нижние места, а верхние, ну, сейчас поди займут. Здесь хоть будет свалить.
сигнал в морде. Сейчас кто-нибудь там проснется. Ну все тогда. Какой-нибудь Богу. Боксер проснется еще. Все, пошли. Это меня будит. Давайте. Давайте, все. Ну все, слава Христу, проводили братьев наших.